Сейчас вы увидите 15 товаров, которые набрали тысячи покупок на распродажах. Тут есть на что взглянуть. Всем привет! Это очередная пятая часть с товарами, у которых тысячи заказов на AliExpress. Они классные, полезные и точно достойны вашего внимания. Приятного просмотра! Комплект постельного белья из натурального хлопка. Добавит изящество в любую спальню и станет прекрасным подарком для каждого. Мягкое и комфортное белье из хлопка с оригинальной расцветкой может украсить любую постель и спальню в целом. Не знаете, что подарить другу или подруге? Комплект постельного белья удовлетворит самые изысканные вкусы ваших друзей, а вы подчеркнете их индивидуальность. Столь стильный презент способен красноречиво подчеркнуть степень вашего отношения к получателю. Планшет TecLast P20 HD. Новинка, которая сочетает в себе низкую цену и наличие Android 10. Экран неплохой, покрытие 2,5D стеклом. Пользователей ждет 10-дюймовая панель с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Что касается автономности, гаджет укомплектован емким аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой. В основе таблетки актуальный процессор Spreadtran SK9863A. Чип 8-ядерный и выдает до 1,6 ГГц. За графику отвечает ускоритель PowerVR AMG8322. Кроме того, имеются 4 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ и слот для карт microSD. Отдельного разговора заслуживает модем 4G LTE. От скоростного доступа в сеть никто не откажется. Светодиодный фонарик-брелок для ключей. С его помощью можно в ночное время суток заглянуть под капот машины, осветить себе путь во время поздних пеших прогулок и разглядеть в темном подъезде замочную скважину. Для своего небольшого размера фонарик светит достаточно ярко, и его очень удобно прикрепить к ключам или просто носить в кармане, сумочке или косметичке. Также фонарик представлен в различной палитре цветов – красный, оранжевый, фиолетовый, синий, серый и черный. Портативная мини-консоль для видеоигр в стиле ретро с 400 предустановленными играми нашего детства: Super Mario, Танчики, Ниндзя, Черепашки, Chip & Dale, Contra и многое другое. Портативная 8-битная игровая ретро-консоль оснащена цветным 3-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320 на 240 пикселей, аккумулятор емкостью 1020 мАч, рассчитанный до 6 часов непрерывной игры, а также вы можете подключить приставку к телевизору с помощью IV-кабеля и наслаждаться играми на большом экране. Приставка имеет небольшие размеры, поэтому вы всегда сможете брать ее с собой в поездки. Данная приставка не оставит равнодушным тех, кто вырос в 90-е или в начале 2000-х. Коробка для рыболовных снастей. Рыболовная коробка помогает удобно хранить рыболовные крючки, блесна, мушки и мормышки. Идеально подойдет для складывания мелких крепежных элементов. Коробочка очень удобная для крючков с отдельными в каждой ее части. Отлично подходит для хранения и транспортировки элементов рыболовной оснастки, таких как вертлюжки, карабины и другие небольшие комплектующие. Коробка надежно фиксируется при помощи замков-защелок. Набор инструментов для ремонта Adeco из 168 деталей отличается кованым корпусом из хромванадия для крутящего момента, прочности и долговечности. В наборе также имеются полированная хромированная отделка для защиты от коррозии, что позволяет инструментам долго работать и хорошо сохраняться. Все инструменты в этом наборе соответствуют или превосходят все спецификации ANSI для дополнительной безопасности. Все детали этого набора надежно помещаются в прочный чехол для переноски для легкой организации и удобной портативности. SSD-диск – отличное решение для тех, кто желает увеличить производительность и емкость для хранения своей системы. Он соответствует потребностям современных пользователей, которые стремятся сократить время загрузки системы на традиционных вращающихся HDD-дисках. SSD-шник отличного качества. Корпус выполнен из алюминия, который способствует лучшему теплоотводу. Есть система защиты от сотрясений и ударов, высокая скорость записи и чтения. Чипы 3D NAND от Intel подходят для настольных компьютеров и ноутбуков. Лично я много уже купил SSD-шников на AliExpress, и они работают все без проблем уже пару лет. Детский инфракрасный бесконтактный термометр с двумя режимами проведения измерений, предназначенный для измерения во внутренней части уха, это деткам до 1 года, и на поверхности лба.
Это проверенный в медицинской практике и надежный способ измерений, которому доверяют профессионалы из сферы здравоохранения. Термометр прост в использовании, достаточно нажать на кнопку и начать сканирование. Между измерениями нет времени ожидания или загрузки. Термометр сохраняет последние 40 результатов измерения температуры. Он безопасен и гигиеничен, способен выполнять измерения по шкалам величин Цельсия и Фаренгейта, а также оснащен встроенным сигналом, предупреждающим о превышении температуры. Электронный термометр с пробным датчиком из нержавеющей стали с диапазоном температур от минус 50 до плюс 300 градусов Цельсия. Благодаря тому, что датчик можно окунать в жидкость или вставлять в любую другую поверхность, термометр имеет широкий спектр применений в лабораториях, приготовке пищи, для измерения температуры воды или воздуха, для измерения температуры в деталях машин. Такое уникальное изделие помогает добиться именно такой прожарки мяса, которая необходима. Этот аксессуар обязательно должен быть в арсенале каждого владельца гриля. Термометр помещается в карман и его достаточно просто использовать. Все, что требуется, это вставить термометр в мясо или рыбу на 20-25 секунд и вытянуть. Он покажет точную внутреннюю температуру продукта. Такое уникальное изделие помогает добиться именно такой прожарки мяса, которая необходима. Беспроводная дрель от Deco обладает высоким крутящим моментом, выполнена в хорошем эргономичном дизайне с отличным качеством изготовленных деталей, с очень высокой номинальной мощностью в 400 Вт. Шуруповерт оснащен 18-позиционным моментом затягивания и одной позицией для сверления и ползунковым переключателем установки крутящего момента. Первая скорость от 0 до 350 оборотов в минуту, вторая скорость от 0 до 1350 оборотов в минуту. Модель позволяет выполнять работы любой сложности. Регулятор скорости вращения позволяет выбрать необходимую скорость с функцией плавания разгона. Имеется световой индикатор заряда батареи. Электрическая зубная щетка Soukas X3U. Это современный способ позаботиться о красоте вашей улыбки. В основе работы устройства заложена технология звуковых колебаний, передающихся на щетинку. Частота вибрации щетинок очень высокая, она может достигать 39 тысяч раз в минуту. Столь впечатляющую скорость работы обеспечивает встроенный электродвигатель, использующий энергию создаваемого им магнитного поля внутри корпуса устройства. Предусмотрены 4 режима чистки, которые делают чистку максимально щадящей, комфортной и эффективной. В комплекте имеются 3 вида насадок. Насадка для ежедневного использования имеет среднюю жесткость, насадка для чувствительных зубов бережно ухаживает за зубами с тонкой эмалью и отбеливающая насадка поможет привести зубы в порядок тем, кто курит и употребляет много кофе. Прежде чем выбрать для себя тип щетки, желательно проконсультироваться со стоматологом. Электронный штангенциркуль – один из самых распространенных инструментов измерения, благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе. Штангель с рабочим диапазоном 150 мм и с точностью измерения в 0,02 мм является одним из основных средств измерения. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Девайс четырехфункциональный для измерения внутренних и внешних размеров, глубины и выступлений. Стопорный винт рамки облегчает работу, а четкий и большой дисплей – считывание результатов. Соответствует европейским стандартам в области безопасности, подтверждает сертификат SE. Бритвенные лезвия Gillette Fusion с Китая. Эта кассета состоит из 4 тончайших лезвий, которые легко и просто удаляют все волоски на коже лица. Все это благодаря специальному аналогичному покрытию, а также правильному расстоянию между лезвиями. Лезвие легко моется после бритья, изготовлены из нержавеющей стали. Смена кассеты производится легко и быстро. С этими лезвиями бритье будет вызывать только приятные эмоции. Это комплект из Китая, и я не могу утверждать, что они так же бреют, как оригинальные, дорогие. Но куча положительных отзывов заставляют задуматься о приобретении и проверке этих брит. Я себе, кстати, комплектик уже заказал. Набор крестообразных отверток от Deco 46 в одном. Идеальное дополнение к любому ящику для инструментов или мастерской для гаража. Биты изготовлены из прочной стали SRV, чтобы выдерживать жесткое состояние и превосходную прочность крутящего момента. Он имеет пескоструйную отделку и покрытие для защиты от коррозии, чтобы обеспечить более длительный срок службы инструмента. Пластиковая коробка очень прочная, устойчивая к падению и влагозащищенная, легкая для переноски и подвешивания. Все детали имеют свое место, набор хорошо организован. Дома такой наборчик не помешает, да и фирма известная и делает качественный товар.
Xiaomi Mi Band 5 версия с NFC, новое поколение фитнес-браслетов, увеличен AMOLED-дисплей 1,1 дюйма, новые спортивные режимы, круглосуточный контроль физических показаний, функции для поддерживания хорошего самочувствия, контроль женского здоровья. В Mi Band 5 новая магнитная зарядка, теперь не нужно доставать капсулу из ремешка для зарядки. Это не просто трекер, это продолжение вашего стиля. Выражайте свою индивидуальность, выбирая из сотни тематических циферблатов с персонажами популярных мультфильмов и аниме, доступных в приложении, и настраивайте их под себя. Пользуйтесь всеми возможностями гаджета без ограничений благодаря емкой батарее. Он способен проработать на одном заряде 14 дней в обычном режиме или 20 дней в экономном, а сам процесс зарядки стал еще удобнее. Как вам эти устройства? Вы купили что-то подобное на Али в эти распродажи? Напишите в комментариях. Думаю, перед Новым годом еще будут скидки, так что сохраняйте это видео и делитесь им с друзьями в своих соцсетях, чтобы они тоже присмотрели что-то для себя интересненькое. Спасибо всем за лайки и подписку. Хорошего вам вечера и увидимся!